Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Огнегол, и мы продолжаем снимать игру Blood Strike. Сегодня мы играем в режим, догадайся какой, сейчас сами выберем, мы играли, первое видео было у меня про командный мой, второе видео, кстати, если вы его посмотрели, я вчера его снимал, маньяк был, а сегодня мы поснимаем, например, давайте рандом. Мне вот больше всех в Blood Strike режим, это рандомная сцена, потому что там прикольно, берут, сразу тебе вот просто на выбор любое оружие дают, и интересно играть, типа, что, может тебе вообще бита выпадет, и все. Ой, извини, друзья, то что, ну, чихнуть, так, ничего, ладно, так, ну, давайте зайдем на какую карту, сейчас поищем, я чисто хочу, например, этот, Даст, ну, потому что карта, всем она нравится, вот, заходим, так, подключение, и будем сейчас играть, так, я уберу это, так, вверх, и мы заходим за синих, так, о, нам дают сразу новую, что, смотрите, какой, кстати, у меня скин, это, кстати, Аркана, ну, красненькая, она тут Аркана называется, надеюсь. Так, минус один. Так, еще там один. Так, тихо. Ну, а нафиг. Еще, давай. Ну, еще. Есть. Блин, друзья, так, тихо. Спокуха. Блин, что это такое косой-то? На, ой. Ой, убил меня вообще другой. Так, что давайте дальше продолжаем. Так, что мне дают? О-о-о-о-о-о-о-о. Вы знаете эту ручку? Честно, я знаю, но только честно, я уже сколько... Так, тихо, я все русские названия не знаю, честно, ну да, сорян, так, но я не такой про. По всем, ай-яй-яй-яй, тихо. Опа, так, убиваем. Так, тихо, там кто-то есть. Тихо, давайте так идем. Они тут все скачут, прыгают. Ох, меня все-таки убивают. Так, и нам что дают сейчас? О, моя любимая ружка. Хорошая, кстати. Скин такой у меня вот есть на нем. Так, тихо. Тут тоже один есть. Ой-ой-ой-ой-ой, как жестко ты меня ранил, братан. Нельзя так делать. Так, минус один. Так, дальше идем. Так. Тихо. Аккуратненько. Они могут идти сюда пойти. Нам один килл остается сделать, и мы выиграли. И да, друзья, мы выиграли. Ну, сейчас продолжаем дальше. Еще одну катку сыграем, потому что это было мало. Так вот, сейчас снова будем. Сейчас другая карта. Я зайду за синих. О, блин, друзья, это серьезно. Мне дают, это что, молот или молоток? Ну, короче, молоток будем считать. Блин, друзья, это жесть ведь. Смотрите, я с молотком должен сейчас идти и убивать их. Они там с оружками и так далее. А я тут с молотком хожу. И мне надо тогда в спину их только убивать или... Не знаю. Или что-то думать другое. Пока что-то мои там мочит. Я тут хожу как дебил с молотком. Сломать можно? Нет. Что за игра? Даже молотком окно сломать не могу. Это нормально? Ну, стекло. Парни, вы это видите? Иди сюда. Моя прелесть ты моя. Ладно, не пойду за ним, давайте пофиг. Ну реально, друзья, что за ним гоняться? Я его цену не успею догнать. Давайте тут зайдем. Тут тоже есть. Ой, кто-то мне уже в спину стреляет. Давайте зайдем. Блин. Друзья, ну это без шансов, вы понимаете, почему, да? Так вот, петушару мне дают. Что? Он там в крысу где-то был. Она крыса. Ох, хо-хо-хо, какие мои розовенькие. Да блин, почему тут нету приседа? Я бы сейчас присел и все, он бы фиг. Да блин. Мне дают двустолки, розовки, синие розовки. О-хо-хо-хо-хо. Ой, друзья, все. Это жесть для них. Смотрите, что у меня. Вот именно. Пулемет. И значит, сейчас. Да-да-да-да-да-да-да будет. Давай. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блин, друзья, даже это смешно маленько. Так, идем, давай. Трррр. Ну, это не я его убил. Ну, пофиг, все равно. Сейчас других застреляем. Так, сейчас. Да. О, господи, как это прикольно ведь убивать. Ой, там чувак идет. Да. Есть. Так, все, друзья, сейчас мне надо валить. А! Откуда ты тут взялся? Да. Так, тихо, сейчас кто-то еще пойдет. Я уверен. Да. Ух, и у меня с петуха. Нифига себе, у него крутой петух. О, ну да я Т9, конечно. Т9, конечно. Я по нему уже соскучился. Надо ему дать мне. Чё? Так, ладно, я понял, тут не пройти. Давайте пойдем так. Мы пока ведем 18-7. Понятно почему.
Ну, вы понимаете, да? Мне дали пулемет, тут все. Тут сразу... Пух. Так, ладно, сейчас они или там, или вот там могут быть. Так, тихо. Тихо, я урон нанес. Ой-ой-ой. 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 Ой! Не-не-не! Блин, друзья, я случайно нажал на... Короче, ой, куда я нажимаю? Нажал, пожалуйста. О, Desert Eagle мне дают, и у меня он, кстати, прикольный такой скинчик. Кому нравится, ставьте лайки. Ну, конечно, всем ему нравится, потому что он нормальный. Так, тихо-тихо-тихо, у меня 19 хп, надо как-то его уцепить. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ого, тугой тут какой-то. Тихо-тихо, он думает меня окружить, да? Чувак, ты неправильно пошел. Так, тихо, там никого нету, братан, можешь идти. Ой-о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 й
меня! Черт, убивает меня, ну давайте дальше так. Мне дают катану, что, друзья, да чё мне так не везёт-то? Ну, конечно, нормально, да, катана, и она издалека так хорошо. Так, тихо-тихо, сейчас зарежем кого-нибудь. Нам мясо порубим! Но! Да, блин, друзья, ну это реально. Все марушки. О, кстати, кому нравятся, вообще прикольные такие, да. Конечно, хоть такие, но все равно прикольно. Так, я убил не я, но я его ранил. 38 уронов на него. Вот сейчас просто идти на сюда. Почему? Вы спросите, почему? Да? Так, давайте перезарядимся. У меня один патрончик остался. Че, теперь перезарядимся? Что? Просто пью и просто с одной пульки. Как так? Так, дают мне пистолетик. Ну, конечно. Стасику зачем? Ой, блин. Огоньку зачем? Да, и да, скажите, огонек, гоу. Обнаглел маленько, так что нельзя, нельзя. Ему давать, так его убиваем, конечно. Мы встали как эти, ну пофиг. Главное то, что мы его убиваем. Так, блин, что-то я запоминаться начал. Так, вот этого надо помочь, убить его. Так, тихо. Оп. Да блин, что такое, я такой косой, друзья. Не знаете почему? Опа, 35. Их трое было, это не... И вообще как бы трое на одного, как бы ничего. О, ФАМАС, кстати, прикольный скинчик. Ну да, как-то так выглядит не очень, но а так он вообще офигенный, если я вам скажу так. Так, хэд прописываем одному. Так, еще там двое, кстати, стоят где-то. Вот, я сказал тут... Ой-ой-ой-ой-ой! Там еще один. Блин, он меня и убивает с бизона. Стандартный скин у него, обычный. Так, дают мне опять пистолет. Конечно! Зачем мне что-нибудь офигенно? На, тебе хэд прописываю. Так, другой там вот где-то стоит. Вот он. Вы заметили, этот парень все время стоит. Почему, не знаете? Или у него такая тактика, типа он так, хэд прописывал. Так, дальше идем. Так, сейчас стопудово кто-то, я прям уверен. Смотри, чую, мясо сейчас пахнет. Смотри. Иду. Смотри. Ку-ку! Ох, как хорошо-то. На ней, так. Тихо, брагин, тебя сейчас грохнуть. Тихо. Ого-го, хорошо. Так, вылазь, говно. Вылазь. Блин, я успел его зацепить, так что я его убил. Опять катана. Вы серьезно? Вы издеваетесь? Серьезно? Что? Ой-ой-ой-ой. Ну, есть. Первый килл с катаны, да ладно. Ку-ку. Тихо, он сейчас пойдет. На! Тихо. Опа. Хорошо тащишь. Давайте обойдем их, друзья. Вот там их не база, вот так если обойти. Так что давайте сходим. Обойдем нафиг. Им спину. Опа. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим, что там мне пришло. Нет, нахер мне ее не надо. Так, ладно, дальше. У меня просто, друзья, кто-то добавлялся. Так. Тихо. Вот сейчас, парни, мы зайдем. Спину зайдем. Так уже не вариант, потому что меня спалили. Один и так спалил меня, так что навалить! Видели его, да? Надеюсь, вы его видели. Сейчас его как спину. И меня тоже спину кто-то мочит, но я сейчас... Хоп! На! Блин! Друзья, это близко было. Я ему сейчас просто бы хэтер. О, опять дают ФАМАС нам, конечно. Да, братан, ты что тут моих убиваешь? Я не поняла. Хэт прописан, конечно. Так, если что, меня спэт тут зовут. Ну, потому что я, знаете, почему? Потому что я в тот раз, когда закачал блок страйк, я... Не поменял никнейм, сейчас надо платить 100 голды, чтобы поменять новый никнейм сделать. А я, у меня нету 100 голды, так что спит. Спецнес.
Поменяй маленько так. Убивай в пятку. Что? Что, простите? Так, ты какой-то чмо выбежал. Ладно. Не буду его так общать, потому что чмо это человек модно одетый. Так уже все говорят. Так, о, Узиха. Узиху мне дали, да? Это что, круто, кстати, то, что мне Узиху дали. Так что у нас есть шантики. Шантики потащить. Ну, мы и так тащим 60-37 уже у нас счет. Так, и тут сейчас кто-то выйдет. Ого-го-го, сики! Мумосики, мумосики, гогосики! Минус один. И мне очень жестко снимает хп. И меня добивают друзья, так что это не так уж. Так, давайте так, мне дают. ТС-9, да, эти вот называют? ТС-9, да? ТС. Пи-пи-пи-пи. Что? Вы заметили это просто? И хэд прописывают, друзья. Это вообще клёво получилось. О, он с дубинкой бежал. Ясно все с ним. Ясно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, братан, не трогай так резко. Ой-ой-ой-ой. Ой, меня вообще собой убивает. Что за лаг сейчас был? Вы видели это? Просто хоп и все. Так, давайте идем. До 100 доигрываем эту катку и все. Заканчиваем видео. Ой-ой-ой-ой-ой, братан, ты что тут делаешь? Ой-ой-ой, хорошо, у меня тут цепануло. Дай, братан! Обоих убиваем. Он меня в хэт, и я его хэт. О, дают новую, кстати. Вот мне реально нравится. Скинул этой новой. Ну, как вам? Я не знаю, но мне очень нравится. Так. А почему? Заметили, нам что-то ничего такого не дают. АКР, например. АК. 47, например. Что? А, там, короче, крыса, друзья, засела. Так что давайте пойдем сейчас эту крысу убьем. Поняли, где там крыса находится? Так, убили. Вот тут где-то крыса. Ой-ой-ой-ой-ой. Он тоже не крысил сейчас. Он сейчас уже серьезно играл. Дай! Тублино. Все, блин, друзья, это надо собраться нам. О, дробовик, кстати, тоже скин прикольный. Кому нравится, ставьте лайки тоже, потому что он прикольный. Ну, согласитесь со мной. Или вы не согласитесь. Ну, ладно. Так, убиваем его. Ну, тут изи его надо просто... Так, вот этого все-таки надо убивать уже. Так, блин. У нас что-то до хера развелось. Ой-ой-ой. Я двоих сразу убиваю, что? Друзья, простите. На, что это было, простите? Что это было? Просто одним выстрелом. Двоих. Что? Разлетелись пули туда-сюда, и, конечно, убиваю я двоих. Так, еще на девятерых убить, и все. Друзья, это победа будет. За нас. Я его раню, добивайте его. Хорошо. О, вау, хорошо. Хорошая оружка, я вам скажу, дали мне. Еще 5 киллов, и мы выиграли. Давайте 5 киллов. Остается, и мы будем заканчивать видео. Давай. Еще 4 килла. Сейчас попытаемся это сделать. Но! Еще один! Один килл. И я это сделал. Да! Друзья, мы победили. Да, друзья. Так, ну что, друзья. Я выхожу, и что, друзья, так, сейчас заканчивать будем видео. Так, о, мне дают 100... Ну, сейчас, подождем. Так, сейчас я закрою. Так, хорошо. Мне дают 107 этих монет. Дают 155 очки опыта. 34 убийства, 16 в голову и смертей 21. Так, это за все это. Так, и у меня сейчас 81 монета и 10 голды. Почему 10 голды? А знаете почему? Потому что я тогда скупил... Смотрите, что... А нет, надо скинуть ДК. Я купил себе вот эту маску. Кстати, а что на ней не стоит? Вот. Я ее купил, и она у меня сейчас стоит. Так что вот так. Ну что, друзья, кому понравилось это видео, ставьте больше лайков, подписывайтесь на мой канал. И с вами был, как всегда, Огонёк Гоу. Всем пока-пока.